маленькая звездочка Валерия Гулина ждала этого момента с нетерпением, считала дни, когда сможет проявить свои артистические способности на торжественном открытии первой смены. Творческая и увлекающаяся девочка в летнем лагере впервые. Ожидания исключительно позитивные. Я встречу новых друзей, буду танцевать, показывать им свои движения. Может, научу их там чего-нибудь. Буду там делать разные вещи, поделки. Каждый день этого радостного большого праздника будут распахивать, как новая страница интересной, яркой, красочной книги. В смене лучшие специалисты Одинцовского центра эстетического воспитания. Программу готовили тщательно и заблаговременно, чтобы эти 3 недели запомнились детям надолго. Лагерь ежегодный, у педагогов центра большой опыт и много собственных методических наработок. Наставники каждый раз стараются чем-то удивлять ребят. Эта смена исключением не станет. У нас еще планируются выезды. Это будут экскурсии в Архангельское, и Дудино-Козино, и патриотическое направление. 2 поездки на ВДНХ мы планируем. Валентин Ломакин выбирает отдых именно в летнем лагере 2-й год подряд. Рассказывает, больше всего запомнились экскурсионные поездки. Особенно в Дом кино. Уверен, для ребят постарше в лагере тоже будет интересно. Тут, конечно, очень интересно и взрослым ребятам, да. Всякие разные мастер-классы тут часто есть. Ну, там, нарисовать стенгазету, это же тоже не каждый сумеет. В первой смене в лагере Центра эстетического воспитания отдохнут 55 ребят из Одинцова. Всего в Московской области будут работать более 950 школьных лагерей. Завести новых друзей и зарядиться положительными эмоциями смогут свыше 70 тысяч детей. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».